тот случай, когда руки опускаются и снимать не хочется. Сегодня с утра все буквально итальянцы, все заглядывают ко мне на кухню. Лиля, что там началось? Я говорю, блин, сама ничего не знаю. Ночью никакие новости не приходили. Сейчас с утра, естественно, мои киевляне все докладывают о том, что случается, что это провокация, не провокация, война, не война, вообще непонятно что. Пришел мой Борис, говорит, да, с Ливорно вылетели истребители итальянские. Какого вы туда еще? Мало там каши, вы еще туда свой нос всунете. Блин, зла не хватает. Ребята, вот стою, не знаю, за что взяться. Готовить, не готовить. Причем здесь мирные жители? Причем? Ни русские, ни украинцы, ни итальянцы, ни поляки. Да вообще. В мелком шоке. А обед-то по расписанию. Обед нам никто не отменял. Надо готовить, а я не могу с мыслями собраться. Эти кастрюльки пораскидала по кухне. И не могу все это свести к общему знаменателю. Хай Бог милый, ой, не знаю. Будет сегодня видео, не будет сегодня видео. Жду, конечно, новостей от своих, от киевлян. Естественно, все друзья пишут сообщения, все пытаюсь прочитать. Вообще. Волосы дыбом от ситуации, волосы дыбом. Не надо говорить, что виновата Россия, виновата Украина. Виновата политическая жизнь. Кому-то что-то надо. Я не знаю, что сказать. Не знаю, я... Меня тяжело вывести из равновесия, понимаете? Очень тяжело. Так надо же это все дело прекращать в конце-то концов. Сколько ж можно? 8 лет с 2014 года. Главное, что вчера только было 23 февраля, да? Подождали, типа... Полупраздничный день, который уже никто не отмечает. Со дня Союза, я так думаю. И утром рано встали и пошли-поехали, да? Держитесь, ребята. Ну, что я вам могу сказать? Держитесь. Еще от своего сына ни одного сообщения не поступило. Ну, я, собственно говоря, ему не пишу. Они настройки, они работают. Вчера мы общались, ну, мы каждый день общаемся, он мне постоянно скидывает видео, что они там заливают, цемент, бетон, что там делают. Понятно. Готовлю сейчас посылку на отправку, даже не знаю, будут водители, будет перевозка, будет работать почта, не будет. В общем, ничего не знаю. Сегодня позвоню хлопцам, заеду в магазин после работы. Хотела там купить сыра, видела масло в баклажках таких, знаете, пластмассовых, оливковое. Надо как-то дальше с этим жить. Или пережить. Или вообще непонятно. Так что, пока видеосъемок из кухни не будет, что-то, конечно, готовлю. Своих-то я должна кормить. Посмотрим, что нам принесет сегодняшний день. Вот эти чрезвычайные заседания со всех сторон. Ну что, это ж не те годы, когда была Вторая мировая война, ребята.
ядерное оружие и все, это ж это трындец, это всему миру это. Причем тут Украина, Россия, причем тут? Этого не должно быть, понимаете? Этого быть не должно. 22-й год. Блин. Пищу со злостью готовить нельзя. Я не злая, нет. Я расстроенная, да. Злости во мне нет. Не против никого, не тот я человек. И у себя на канале я тоже не советую никому писать злые комментарии, потому что просто отправлю в бан и все. Скажу, что так и было. Вы просто сами задумайтесь, кому это надо. Все же догадываются, кому это надо. Сказать нельзя. А страдает кто? Народ. Понятно. У каждого есть дети, у каждого есть семьи. У меня полсемьи живет в России, в Питере. И что? Пострадает Украина, не пострадает Россия. Ой. Ладно, ребят, не буду еще я вас нагружать. Ну, мое мнение вы услышали. Не хотела я снимать видео, не хотела выпускать, ребята. Меня все, конечно, калашматит. Наверное, температура на нервной почве поднялась. Я привыкла всю ситуацию всегда держать в себе. Ну, такая я, понимаете. Вот сейчас еду, по мне прям мурашки целый день. Работа, конечно, была никакая, потому что телефон из руки не выходил. Естественно, что мы постоянно на связи. Слава высылает видео с этим гулом вертолетов. Все вот эти вот... взрывы, костры и прочее. Алена со своей подружкой. Сейчас я еду до Алены. Целый день. Что там в Херсоне творится. Сообщения, видите, слышали, телефон. Продолжают поступать со всех сторон. Единственное, чтобы не прервалась связь. Чтобы хоть знать, как идет ситуация, как что происходит. И, пожалуйста, не ругайтесь между собой. Вы этим обстановку не измените, понимаете? Мы люди планеты Земля, мы все. Мы все люди планеты Земля. Неважно, кто вы, китайцы, русские, украинцы. Вы понимаете, что не мы, не простой народ это все затеяли. И если бы это было в наших силах, наверное, мы его и разгребли. Ой, блин. Не ругайтесь. Я думаю, чем больше мы будем ругаться, тем больше мы будем усугублять, во-первых, свое здоровье личное. У нас даже погода сегодня такая. Вы понимаете, у меня приходили сегодня люди на обед. Обычно, знаете, итальянцы такие все улыбчивые, все такие... Ну, все мы на ха-ха всегда, как обычно. Сегодня люди приходили тихо, молча, просто смотрели мне в глаза. Вот они смотрят в глаза и... С таким сочувствием, с таким... Понимаете? А чем ты можешь помочь? Чем ты можешь? Как ты можешь посочувствовать? Чем ты можешь помочь? Никто этого не хотел, понятно. Я думаю, что этот конфликт должен закончиться. Должен закончиться. Не может в третьем тысячелетии быть война. Не может. Это
вот это самое. Все, другого мнения у меня просто нет, поэтому я просто вас всех призываю, не ругайтесь, не ругайтесь, не объявляйте друг другу, потому что все вы такие же семьи, все вы такие же дети своих родителей, все мы пережили Вторую мировую, все мы, ну я не знаю, я вообще не знаю, что еще сказать. Ребята, без слов, без слов.